Здравствуйте, меня зовут Екатерина Караваева. Прямо сейчас будем говорить только о хороших новостях. Поделятся ими волжане. Прекрасная погода, второй день, мы гуляем часа по 3-4, это совершенно нас не похоже, мы домоседы, ну, в общем, радуемся солнышку и хорошей погоде. Внучка у меня хорошенькая, 3 года, Лерочка, скоро приедет из Москвы, мне придется в марте с ней снова сидеть, дело к весне идет, тепло, хорошо, погода хорошая, солнечная. Вот у меня подружка Галина очень хорошая, и я рада, что мы сегодня с ней встретились, идем, прогуливаемся. Солнце! День прекрасный, нам так нравится, Волжский. Я живу здесь 2 года, приехала с Тульской области, город Щекино. И влюбилась в этот город, он прекрасен. А сегодня такая погода, хочется петь. Приятно, всегда отдыхаем и прогуливаемся. Хорошо проводим время в парке на улице Сталинградской. И мы рады и довольны. Вот я иду радостно, иду платить за квартиру. Прогулялись, отлично посидели в кафе. А ну вот вокруг, посмотрите, какая погода, погода шикарная. Погода замечательная. Солнышко очень радует. В общем, жизнь продолжается. Весну ждем. И это были все хорошие новости, которыми успели поделиться волжане. Смотрите нас не только в эфире, но и на сайте. До скорых встреч!